А в Шымкенте прямо на территории рынков работают экспресс-лаборатории. Там специалисты проверяют фрукты, овощи и бахчевые на наличие нитратов. Более того, качество продукта можно проверить и не отходя от прилавка. Специалисты уже сделали сотни проб, ведь многих потребителей волнует вопрос, не травят ли их нитратами или пестицидами. Наш корреспондент Катерина Попкова тоже попыталась проверить и проверила продукцию местных дехкан. Все подробности в следующем материале. Узнать о количестве нитратов в овощах, фруктах и бахчевых может любой желающий, причем мгновенно. Сегодня экспресс-лаборатория развернулась на оптовом рынке Шымкента. Проверьте, пожалуйста, эту дыню. Пожалуйста. Норма дыни 90 миллиграмм на килограмм, сейчас показывает 61 миллиграмм на килограмм. Доверяй, но проверяй, говорят покупатели, поэтому под подозрение попадают почти все продукты. На специальном оборудовании специалисты могут выяснить, есть ли в них вредные примеси. Помидоры принес, яблоко принес, огурцы для семьи. Ну, нормально все, спасибо. Проверили, что диханам тоже спасибо, что возят нам. Экспресс-лабораторию возят по всем рынкам города. Сейчас прилавки заполнены в основном привозными овощами, говорят продавцы. А вот фрукты и ягоды уже пошли местные. И все это не чудо. Селекции, уверяют специалисты, претензий к продуктам у них нет. Если мы обнаружим нитраты в продуктах, мы должны сразу сообщить частному предпринимателю, который продал этот товар. Товар изымается и уничтожается. Также предусмотрен административный штраф. В этом году таких случаев не было. В Шымкентской инфекционной больнице пока не зарегистрировано ни одного случая отравления нитратами. Зато сезон кишечных инфекций уже наступил. Около 100 за прошедший месяц прошло. Началась жара, вот последние недели около 40 градусов. Такое количество больных постепенно оно увеличивается. В больницу пациенты приезжают с похожими историями. Рвота, жидкий стул и температура. Врачи говорят, люди забывают об элементарных правилах гигиены. А летом, когда столбик термометра поднимается выше 35 градусов, стать жертвой острой кишечной инфекции еще проще. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар 24, Шымкент.